Всем привет! Это Лёфер, и сегодня я хотел бы поговорить о покупке снастей на зарубежных сайтах, в частности японских. В своем ролике я попытаюсь объединить контент, который уже есть в сети по этой теме, добавив в него немного личного опыта. Предположим, мы хотим приобрести кастинговую катушку. Заходим на один из известных японских сайтов по продаже снастей. Предположим, это будет Digitac. Выбираем производителя, тип катушки, пускай это будет кастинговая. Пускай это будет Bantam NGL. У нас загружается список моделей, какие есть. Видим сразу наличие. Sorry, no stock. Соответственно, в наличии нет. Ships in 3 days в наличии. И ваш заказ после оплаты обработается и отправится вам в течение 3 дней. Либо, например, last one, что означает последняя, то есть она в единичном экземпляре. Если кто-то ее купит, ну, значит, вы не успели. Предположим, мы возьмем себе пыжика. Видим цену, за которую Digitac нам готовы ее продать. Кроме цены в иенах, нас интересуют еще две суммы. Первая – это, конечно же, сумма в рублях, потому что вряд ли у нас у кого-то есть карта в иенах, чтобы оплатить непосредственно в японской валюте. И вторая цифра – это цифра в евро. В Российской Федерации сейчас существует беспошлинный порог для посылки 200 евро на одну посылку. Не в месяц, не в год, там никак, на одну посылку. То есть в месяц у вас может быть сколько угодно посылок, но если сумма одной посылки превысит 200 евро, то сумма, которая превышает эти 200 евро, ну, в данном случае 25 евро, вы заплатите налог, который равен 15%. Дальше. Что мы делаем? Если нас устраивает цена, мы выбираем, сколько мы хотим купить, добавляем это все в корзину. Вот мы видим, да, справа появилась корзина, 29 тысяч йен. Одна катушка. Дальше смотрим, что у нас бесплатная доставка и не нужно никаких доплат за габариты. Если у нас есть купон от Digitac, мы сюда его можем применить. Дальше нам нужно выбрать способ оплаты. Это может быть ваш PayPal аккаунт или кредитная карта. Просто ввод номера карты, CSV2 кода, ну вот это вот все. Digitac сама рекомендует оплату PayPal. Во-первых, это дешевле, оплата кредитной картой обойдется вам еще в лишние 5%. А во-вторых, PayPal все-таки гарантирует защиту покупателя от всяких разных ситуаций, которые могут возникнуть. После того, как вы выбрали товар, выбрали тип оплаты, переходим непосредственно к оформлению покупки. В данный момент я сейчас эту катушку покупать, конечно же, не буду, но я расскажу, что будет, если, когда вы нажмете на эту кнопку. Значит, вам предложат войти в свой аккаунт PayPal, чтобы оттуда в заказ автоматически заполнились некоторые вещи, как то ваша фамилия, имя, отчество, адрес доставки, телефон и электронная почта. Все это необходимо будет на следующих этапах прохождения посылки к вам. Также Digitac попросит у вас указать свой ИНН, который будет использоваться в документах на покупку. Обращаю ваше внимание, что эта информация очень важная, поэтому заполнять ее нужно четко и без ошибок. Катушка заказана, оплачена, списаны деньги, получен трек-номер. Казалось бы, сиди, жди, пока она к тебе приедет. Но не так все просто. К сожалению, в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, EMS-посылки из Японии к нам уже не шлют давным-давно. Конечно же, предприимчивые самураи нашли пути, в частности, FedEx. Но этот тип отправлений не проходит ускоренную или упрощенную процедуру растаможки, как это было с EMS. Поэтому непосредственно общаться с таможней по поводу того, что и где вы купили, придется именно вам. В письме, которое пришлет вам Ханна вместе с трек-номером, будет так называемый инвойс, накладная, счет, фактура, назовите как угодно, в котором будет указано то,
что вы купили. Товар, цена и ваши реквизиты. Например, фамилия, имя, отчество на английском языке, адрес, который возьмет из аккаунта PayPal, ваш мобильный телефон, ИНН, который вы указали, и адрес электронной почты, который, собственно, привязан к аккаунту PayPal. В табличной части документа будет столько строк, сколько наименований товара вы купили. Соответственно, на английском языке будет его описание, количество, цена и сумма. Через некоторое время на телефон и почту, которую вы указали при оформлении покупки, вам придет письмо от таможенного брокера. В данном случае это GBS. Насколько я понимаю, это именно та организация, с которой сотрудничает FedEx при оформлении посылок. В тексте будет указан номер вашего отправления, а также ссылка, по которой вы должны будете перейти, чтобы внести некоторые данные, необходимые для дальнейшего оформления. По ссылке лучше переходить из письма, потому что вам понадобятся еще некоторые данные, которые вы будете вносить именно с сайта, на котором вы совершали покупки. При переходе по ссылке из письма вы попадете примерно на такую страницу, которую сейчас видите на экране. Здесь будет указано номер вашего отправления, от кого оно, сколько весит, сколько стоит. Также вот в таких секциях, обрамленных красным прямоугольником, будут все товары, которые у вас в инвойсе и которые вы, собственно, заказывали. Что здесь нужно сделать именно вам? Как вы видите, обязательно должна быть указана ссылка на товар. Соответственно, каждую строку вы должны отредактировать, нажав на соответствующую кнопку. Далее открываете сайт, на котором вы совершали покупки, копируете ссылку на товар и в окне редактирования позиции эту ссылку туда вставляете. Также я наименование, которое указано в строке, с простого phishing reel менял на именно то название, которое указано в сайте, и оно же у вас указано в инвойсе, который вам прислала Digitaka. Соответственно, когда вы отредактируете все строки, последним шагом на этой странице будет прикрепление файла того самого инвойса, PDF, который вы получили в письме, о котором я чуть раньше рассказывал. Через кнопочку «Приложить файл» вы его выбираете и ставите галку о том, что подтверждаете полноту и достоверность информации о содержимом посылки. Когда вы сделаете все это, у вас станет доступна кнопка «Подтвердить отправление». Соответственно, вот как выглядит страница, где все заполнено, и можно переходить к следующему шагу. Здесь от вас потребуется занести свои паспортные данные. Как они указаны в вашем бумажном документе, русскими буквами, так и вводите. Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, серия, номер документа, кем выдан и когда. Со страницы о прописке вводите ваш адрес регистрации, так как он там указан. Прокручиваете страницу вниз, видите три галки, которые нужно поставить. Тем самым вы подтверждаете достоверность предоставленных данных, а также соглашаетесь с договором таможенного представительства и соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных. После того, как они будут установлены, станет доступна кнопка «Сохранить персональные данные». По предоставленным вами паспортным данным будет предпринята попытка автоматического определения вашего ИНН. Если она будет неудачной, то ИНН вам придется ввести вручную, приложив скан соответствующего документа. Если вы все сделали правильно, то увидите у себя на экране вот такую картинку, и на этом оформление посылки завершено. После вам на почту придет информация по вашему отправлению, где будет указано, что ваши данные проверены и одобрены таможенным представителем. Если же какой-то информации будет не хватать, то сотрудник таможни свяжется с вами для дополнительных уточнений. Если перейти на сайт компании-брокера, то в отделе отслеживания по номеру посылки можно узнать его текущий статус. Как мы видим, паспортные данные были собраны в 8.13 и в 8.45 они были проверены и одобрены таможенным представителем. Теперь самое время вспомнить о стоимости нашей посылки. Если она менее 200 евро, то оплата таможенных пошлин – это забота продавца. Если же она больше 200 евро, то оплата пошлины – это ваша обязанность. Вам на почту и на телефон придет сообщение о необходимости оплатить таможенные пошлины для посылки. Тут будет указан логин и пароль для входа на сайт для оплаты. Информация будет дублирована вам на почту. Соответственно, ссылка
логин, он же ваш номер телефона, и цифровой пароль. Пройдя по ссылке, вы попадете в личный кабинет, где можете посмотреть ваши посылки, которые вам поступали, а также квитанции и их статус. Сейчас мы видим на экране квитанцию от 19 марта, не оплаченную. Нажимая на синий треугольник, я могу развернуть эту квитанцию, увидеть, что она действительно выставлена мне, за что я должен заплатить, и итоговую сумму к оплате. Тут же есть кнопка для перехода на страницу оплаты. Тут мы видим сумму, которую должны заплатить, и выбор способа оплаты. Картой, Киви, кошельком, Яндекс.Деньгами или любым другим способом, которым вам удобно. После ввода необходимых для оплаты данных, мы увидим, что наш заказ успешно оплачен. Вернувшись в личный кабинет, мы увидим, что квитанция оплачена и отправлена в таможню. На этом все, что от вас требуется, вы сделали. Остается только сидеть, ждать и периодически отслеживать прохождение вашей посылки по всяким разным странам. Она, кстати, попутешествует немало. Моя шла из Японии через Гонконг в Бельгию, через Францию и Швецию, только потом попала в Москву. После успешного прохождения таможни вы увидите соответствующие записи на обоих сайтах. Причем на сайте брокера это будет чуть пораньше. Я так понимаю, что это именно какое-то документальное подтверждение успешной таможенной очистки. А на сайте FedEx это физический выход ее из места международного обмена. Единственное, что мне пока непонятно во всей этой истории, это то, что делать со скидками или с снастями, которые японцы продают с большим дисконтом. Например, на платье есть так называемый раздел гаражных распродаж, где еще недавно в разделе катушки была рёга с 40% скидкой. Продавец пришлет вам инвойс именно с цена минус 40%, но акция может закончиться, и если вы пойдете в этот раздел, чтобы копировать ссылку для предоставления в таможню, здесь уже ничего не будет. Надеюсь, люди, которые сталкивались с данной ситуацией, придут ко мне в комментарии и поделятся своим опытом, за что им большое спасибо. Надеюсь, этот ролик был вам полезен и сделает ваши покупки в Японии быстрыми, комфортными и удобными. Милости прошу в комментарии поделиться своим опытом по данному вопросу. Напоминаю также, что за этот ролик можно проголосовать. Кому что понравилось, что нет. Всем пока, не хвастаньши, а у меня есть еще одно незаконченное дельце.